До конца года Западный и Центральный Казахстан соединит новая железная дорога. Поезд с сообщением Бейнеу-Жезказган сократит выход к порту Актау в среднем на 600 километров. О перспективах экономического развития Мангистауской области на площадке СЦК рассказала заместитель акима региона Шолпан Ильмухамбетова. По ее словам, в нефтяном регионе также реконструируют автомобильную дорогу от Ирау-Актау. А для многих товаров морской порт Актау станет перевалочной базой на пути в Европу и Индию. С расширением северного направления единственного в Казахстане порта его мощность возрастет в 2 раза. С 14 миллионов тонн в год до 28. Очень крупный для нас инфраструктурный проект расширения морского порта в северном направлении. Однозначно, что он даст толчок для увеличения грузопотока. По крайней мере, вот после этого проекта мы ожидаем, что объем грузопотока через морской порт Актау будет увеличен почти в 2 раза. Ну, естественно, что для приема такого потока груза сейчас на территории морпорта создается соответствующая инфраструктура и перевалочные базы, дамбы, прибрежная инфраструктура развивается.